за перевозку сколько берут? 300 гривен. 300 гривен? За перевозку трупа в морг. А да. Транспорт чей? А транспорта у них нет вообще, они не перевозят. Перевозят ЧПшники, но они берут с ЧПшников деньги за перевозку. А ЧПшники как? А ЧПшники сами перевозят. Ну только что они, получается, бесплатно перевозят? Есть ручка, по-моему, так. ЧПшники перевозят. Кто? Но и только берут еще сверху, получается. ЧПшники сами перевозят и платят еще 300 гривен на коммунальное предприятие за перевозку. Но платили сейчас. Ну сейчас же у них там была эта проверка, они там испугались сейчас. И не платят, да? Ну да, а до проверки с каждого человека брали 300